Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. В день выпускаю по 2-3 видео, которое касается прокрутов рулеток, открытия контейнеров, зацена новой и старой техники, которая выходит на продажу или другим образом в игре появляется. Короче говоря, ребят, если вы хотите все это не пропускать, и вы хотите видеть свежие новости, обсуждения игровых событий, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите на колокольчик, чтобы получать соответствующие уведомления. Немецкие контейнеры появились на продаже, и в данном случае, забегая наперед, я хотел бы сказать спасибо Максиму Шепелю за то, что он прислал свое видео открытия данных контейнеров для того, чтобы поделиться с нами своим опытом и показать реальные шансы выпадения. Открывал не я, и ко мне, я думаю, вопросов точно уж быть не может в отношении того, что насыпалось из этих контейнеров, и не будет разговоров по поводу того, что мне Wargaming подкрутил аккаунт. Так или иначе, ребят, немецкие контейнеры я считаю одними из лучших в игре, и кратенько объясню почему. Дело в том, что процентно здесь самое малое количество негодных машин на весь контейнер по сравнению с контейнерами других наций. К негодным машинам я отношу, в принципе, по большому счету, две тачки, ну и третья здесь просто, по-моему, лишняя. Это ВК-168-01П, который я считаю, наверное, самым худшим премиумным тяжелым танком 8 уровня, да даже не наверное, а просто таким считаю. Что касается HWK-30, то проходная ружка ничем не отличается, поэтому не вижу смысла на нее тратить голду. Ну и что касается лишней машины в данном контейнере, то это либо Як-Тигр-8.8, либо Як-Тигр-8.8-2015. Ну, просто потому что и тот, и другой технически ничем не отличаются друг от друга. Разница у них исключительно внешний вид. Поэтому я считаю, что один из них должен был быть и либо исключен из данного контейнера, либо заменен на другую какую-нибудь немецкую тачку. А их в игре, кстати, ребят, достаточное количество. Ну что, что касается контейнера, в принципе, все сказал. Шансы выпадения чуть более 0,5%. Вы это можете посмотреть самостоятельно. А вот реальная вероятность выпадения машин из данных контейнеров действительно гораздо интересней. Ну что, посмотрим, что нам Максим прислал на посмотреть, ну и попытаемся сформировать свое мнение. Вот такое вот, ребят, открытие у Максима получилось, и, честно говоря, я не знаю, с какими морально-психологическими травмами теперь человеку придется жить, потому что заплатить 28,5 тысяч золота за голого льва и голого скорпиона, это действительно очень дорого. Но давайте будем говорить откровенно, скорпион максимально стоит 7,5 тысяч золотом, а лев стоит 5,5 тысяч голды, но плюс еще к нему в комплекте вы получаете бустеры, иксы, открытое все оборудование, легендарный внешний вид, который действительно круто ему подходит, я говорю про колосса. Короче говоря, 5,5 тысяч золота за жирный набор. А здесь голый лев и голый скорпион. Ну, пускай по максималке это все стоит даже 13 тысяч, но аж никак не 28,5, которые были заплачены. Короче говоря, это мое мнение, ребят. Если вы со мной не согласны, если вы считаете, что Максиму круто повезло, классно выпало, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, либо если вы со мной солидарны, то пишите Максиму слова моральной поддержки
ссылки в комментариях. Они ему, я больше чем уверен, сейчас, ну, в край сильно нужны. Максим, спасибо тебе большое за это видео. Это видео дает возможность показывать мне все таким, какое оно есть на самом деле, и не получать комментариев в ответ по поводу того, что у меня какой-то не такой подкрученный варгеймингом аккаунт, и мне круто все выпадает. Вот так вот реально, ребят, падает периодически из контов, и я лишний раз напоминаю, что если вы хотите получить себе машину, о которой мечтаете, лучше просто дождитесь ее на продаже, нежели терзайте свою судьбу и испытывайте свое везение, открывая контейнеры, либо прокручивая рулетки не до конца. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.